Привет! Сегодня поиграем на оригинальной оружейке плюс эти плюс уники, то, что было заявлено в первой и вторых сериях. Давайте генерим Ярик Братан. Наемник, ним неплохо. Не, Андрей Васильевич Монолит, не. Колотун Феля, не. Рычагирский долговец в костюме свободовца не подходит. Лева Табак, ученый. Слышишь, любишь табачок курить? Не. А ученый, в принципе, можно поиграть, почему нет? Давайте попробуем ученого, наверное. Ну ты, Лева, нашел, конечно, где заспавниться. Табак. Здесь 100 бронебойных патронов для КПСС, батон аптечки, комбинезон, восход научный. Ну это халява, конечно, как для военного, но мы заспавнились на Припяти. Старый патефон аптечки и комета химическая летает. Да? Надо первым делом, главное вообще не погибнуть от этой кометы. Сейчас надо будет спускаться. Ну-ну, она улетает. Улетай, туча, улетай. Сейчас надо очень аккуратно спуститься и быстро и решительно. Главное не расшибить коленки. Рискую. Риск оправданный. Риск благое дело оправданное. Это аномалий же куча, да? Сейчас я прямо в эпицентре аномалии. Ученые знают где. Заспавнится на самом деле. Все, валю. Болты. Быстро и решительно. Под себя. Чисто. Под себя и к дому, к переулочку. Ну-ну. Отличное начало вообще. О, господи, что нам надо? Нам надо поговорить с Сахаровым. Это пили через всю зону. А как туда проходить? Туда проходить, наверное, надо. В центр нельзя, потому что нету защиты. В лабораторию нет смысла, умру там просто через путепровод. Ну, в комбинезоне восход на самом деле можно попробовать через путепровод. Такое ощущение, что там кто-то ходит. Проверить. Да, там кто-то ходит. А я не могу его подсветить так просто. Давай мы подбежим и посмотрим. Тут там у нас такой ходок. Ходоки на Волге. Тут монолитовцы могут быть на самом деле в этой Припяти. Это зомби, судя по всему. Да, это зомби. Но из пистолета надо его брать из пекаря. С такого расстояния, конечно. Выстрел. 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 Вот так вот. Почему я сменил оружейку, с которой заявлено изначально? Потому что вот из пистолета очень плохо реализованы в сталкере. Да. Перезаряжаюсь. Надо, пусть он идет на меня. Он пусть стреляет, все дела. Мы его обойдем аккуратно. Главное тут не встрять. Он один, это первоначальный лут. Там еще кто-то стреляет, по мне пробили уже. Спокойно. Он подходит потихоньку, мистер зомбованный. Очень плохо реализованы пистолеты, стрелять очень плохо из них. А в той оружейке, которую я ставил, более-менее. И кто-то там еще бегал, стрелял. Слушайте, это, по-моему, найм. Это, по-моему, найм. И ведет огонь очень серьезный. А я его никак не возьму, разве что он подойдет ко мне сюда. Он прошибает уже, дай боже. Патроны-то есть, а костюм он мне пробьет просто. Просто пробьет костюм. Ну, я встрял тут. Я просто встрял. Я еще и ученый, который не боевой. Зомбаря-то я уработал, но у зомбаря лут базовый. Это монолитовец, слышишь? И как я, что я должен тут делать? С ВСС причем. Мажу аптечку, убегаю, ранен братья. Он ведет огонь по мне. Бегу непонятно куда. Так, аптечку я замазал. Там, по-моему, еще кто-то. Тут еще ходит зомбированный. Обойдут сбоку, говорят. Не, надо убегать. Еще аптечка пошла. У меня ни ствола, ничего. Взрыв какой-то там начался, слышите? Зомби идет. Стреляю по зомби. Так. И монолитовец уже обходит. Сейчас вот очень опасно. Тут кто-то идет еще. Где монолитовец? Вон он. Ну, он меня просто убьет. По кустам куда-то стреляю. И монолитовец, по-моему, идет на меня. У меня нож еще есть, правда. Его можно засандалить. Я не беру этого монолитовца. Готов. Сложил его. Так. ВСС. Рюкзак. Быстро. Весь. ВСС на первом слоте. 10 патронов. Аптечку я прожал случайно. ВСС перезаряжаю. Ну, есть шансы. На самом деле, зомби надо залутать. Тут еще зомби Петя Чебурашка готов.
быстро твой калаш и патроны. Весь рюкзак, Степуха, косяк. Накосячил немножко этот зомби. Еще монолитовца слышу. Надо валить отсюда. А вот еще один идет, не видит меня. О, взрывы там пошли. У него гранатомет или что? Сейчас завалит меня просто. Неубиваемый просто. Готов. Ствол сюда. Рюкзак сюда. Может, они гранаты метают. Надо валить, короче. Я валю, я монолитовцев не выдержу в этом костюме. Быстро за угол. Что у тебя ГПшник, патроны. Патронов мало. Это разрядить, выбросить. Калаш в состоянии. ПМ разрядить, выбросить. Форт разрядить, выбросить. Аптечка есть, в принципе. Можно постреляться по патронам. Патронов мало. Патронов вообще ни о чем. И тут еще кто-то идет. Давай в бинокль чекать. Так, вроде чисто. Сюда за угол. Меня взрывы беспокоят. А вон тут еще монолитовец выходит. Все, набой скинчился. Давай вот эту его пушку. Да, заряжена, не заряжена. Может, они гранаты метают. Я тоже могу метнуть. Куда-то туда ему летит. Так, и непонятно, что там с ним случилось. Он меня сейчас будет обходить. Мы должны быть первее. Он готов. Неплохо. Надеюсь, ты был один. Быстро твой рюкзак. Ох, у тебя стволов, Веня, делец. Да, серьезные дела проворачивал. Перезаряжаюсь. Очевидно, где-то тут тусуется отряд целый монолита. Надо отсюда валить, перегруппировавшись. Что есть? ВСС в хорошем состоянии. Этот разрядить, выбросить. Этот калаш в плохом состоянии. Разрядить, выбросить. УДП разрядить. Можно УДП оставить, ну, как пистолет. Глушитель отсоединить, разрядить, выбросить все. Тут патронов мало. Калаш, патронов больш-менш. Пока что калаш чехлю. Так. И мы побежали. Здоровье народу, богатство Украины. Ну-ну. УДП перезарядить тоже нужно пистолет. Бегу сквозь улицу. Меня взрывы беспокоили. Вроде чисто. Вообще по улице нельзя тут расчехать. Надо убегать просто. Надо просто убегать. База здесь самая первая находится на Припяти, насколько я помню, там, где заканчивался зов Припяти. Через киоски эти все. Но тут же они ходят теперь очень рандомно с моими андонами. Киоск. Что-то может быть на самом деле. Надо. Я хочу. Я лучше в подземелье действительно залезу. Может что-то быть. У меня нету абсолютно ничего. У меня по аптечкам более-менее. Можно глушитель присоединить к УДП. Глушитель присоединить к Эклер-Коху не имеет смысла. Так, я где-то в доме засел, в гастрономе. Атмосфера сразу, Припять, вы шо? Куда мне идти? Тут место сна, и тут переход в путепровод. Я думаю, я туда и бегу. Кажись, нам прямо туда вперед, да? Два переулка. С укороченным калашом погнали. Со всех сторон могут быть противники. Тут не пройти. И монолитовцы могли пустить по следу своих ищеек. Кто-то тут присутствует. Надо потушить фонарь. О, тут вот этот ведмедик смешной. Так. Может, тут друзья могут быть как друзья, так и враги. Музыка бандитская. Значит, могут быть враги на самом деле. Чисто. Открываю дверь. Мне детектор пискнул, значит, тут может кто-то быть. Никого нету. Тайник. Банка энергетика, пляжка горилки. Ну-ну. Может, не в самом здании находится тот, кто кого подсветило детектором. Мы второй этаж все-таки проверим. Военный может быть... А военные вроде бы к ученым нейтральные отношения. Сейчас надо посмотреть отношения еще. Ученые, друзья, у нас только бандиты, монолит, враги. И зомби, собственно. За ученого играть немножко халявно. Военные даже нейтральные. Есть кто? Хлопцы? Та девчата? Никого нету, в окна можно осмотреться. Там кто-то идет. Кто там такой идет? Это зомби. Это даже на излома похож, мы на него не полезем. Тут... Беглый осмотр ничего не выдает. Я думаю, мы лезем в путепровод. С путепровода мы перейдем, даст бог, куда, кстати.
А, вот сюда, на окрестности Юпитера. Ну, если получится, то это неплохо. То это неплохо. Надеюсь, что получится. Посмотрим. Что, до путепровода надо дойти? Так. Серега Шнуров нынче говорит, давай газу. Ну, попробуем дать по газам. Меня тут еще никто не перестрив. Вроде где-то здесь был этот переход. Я пытаюсь все осматривать, но я очень аркадным бегу. Думаю, в путепровод. Путепровод где-то здесь переход, да? Да, вот здесь. Спускаюсь. Я в путепроводе и... Что? Надо продвигаться вперед, наверное. По новой зомбоване у нас тут, посмотрите. Так. И этот готов. Еще один. Достаточно их тут. Стреляют уже по мне. Одиночными, аккуратно, по головам. Ничего страшного. Боезапас. Ух, пробил по мне зомбованный, слушай. Чехлю пистолета, да, из пистолета можно его добить. Попытаться, по крайней мере. А патронов-то нету. Что делать? Идут на меня уже. Щик. Не убивается с одной пули. Медленно он стреляет, этот пистолет. Господи, просто невероятно. Он сейчас зайдет на меня, у меня калаш не заряжен. Так, я засел. Выключил фонарь. Ну-ну. Не спешит, да? Я промазал. Я непонятно куда стрельнул. И этого завалил. Еще идет. Ну-ну. Пробил тоже по мне, нормально. Еще кто-то идет, светит фонарем. Давай перезаряжаемся по патронам. Плохо. Бинт, аптечка, все дела. Давай ВСС. Бинтов нету. Поэтому ВСС. ВСС заряжен. ВСС 30 патронов. Надо вообще строго одиночными стрелять. По головам им попадать просто. Ну. Не берет ВСС одна пуля. Зомбировано. Сейчас я с них патроны, конечно, пособираю. Тут еще один. Так. Этот вроде не готов. А вот этому стреляю. Это одиночными было сказано. В первоначальном плане. Первоначальный план никогда не работает. Зомби. Роботы. И тут еще кто-то светит фонарем. Я не вижу мушку прицела. Тут еще один. Так, этому накидал тот с дробовиком. О, еще и в экзоскелете. Ну-ну. Причем дробовик автоматический какой-то. Еще идут зомби. Этот готов. Этому аккуратно накидываю. Этот восстал. Восставший из ада. Готов. Фонарь выключаю. Еще там кто-то копошится. Идут на меня зомби. Уже патронов нету. Тут 6 патронов. Присаживаюсь. Так. В ухо. И набоев нема у меня. Пистолет заряжен. Не заряжен. Перезаряжаю. Так. Непонятно, куда я стреляю. Вроде попал по нему. Он по мне тоже попадает. Калаши с них можно взять. Пособирать. Давай набои все сюда, Виталик Пистон. Тут у тебя калаш, Тимка Танкист. Бильшменш состояние, да? Я же видел калаш. Нету калаша. Перезаряжаем тогда вот этот. Вот калаш лежит. Калаш получше будет, чем укороченный. Заряжаю, выбрасываю. Зомби уже идет. Опасно. Немного опасно. Зомби готов. Калаш, потому что знает, что делать. И еще зомби находят. Слушайте, их там много достаточно. Пиу, пиу. Быстро залутать и остальных. Вот этого надо залутать. Федор Толстяк имел при себе КПК и бронебойные патроны. Что у меня? Тут еще есть пару патронов. Тут уже нету. 5 патронов. Это надо разрядить, выкинуть. Оно в отвратительном состоянии. Кольт. Вместо, наверное, УДП отсоединяю глушитель. Следующий зомби выходит. А, Кольт тоже так себе. Ведут огонь, но они слепые, достаточно слеповатые. Да нет, тоже могут навалять на самом деле. Вот этот вальнул неплохо. Бухтыкается еще или не? Не, нормально. Вырубаю фонарь, все. Вроде преодолено. Первое испытание подземелья. Так, ну давай их лутать тогда. Калаши. Артем Микроб. Это был несерьезный зомби. А вот это Шурик Танцор. Плохому танцору Шурик мешают, сам знаешь что, пистолеты Макарова в рюкзаке. Жора Вандал, хорошие патроны. Давай сюда все. Точно никого нету, точно. Я вырубаю фонарь, чтобы этому убедиться. Рядовой Гнатюк. Подогнал много патронов, теперь проблем не будет. Проблема будет в том, Олег Гонец, что калаш поломается в конце концов. Дробовик, хорошо.
Тут калаш в хорошем состоянии у Растамана, и гранаты есть. Аптечка, колбаса и бинт. Еще патроны забираю, фонарь тушу, вроде никого нету. А вот этот зомбированный... Это серьезный был мастер уже, Георг Червь, посмотрите. Тебе не скрыться, червь, как говорят эти монолитовцы. Что в итоге в сухом остатке? Есть шотган, неплохой весьма. Есть калаш в неплохом состоянии. Выбрасываю, разряжаю всю эту байду. Тут же рюкзак наполнен. Ну-ну. Попробую это все донести. Кольт, в принципе, можно использовать. Перезарядить его только нужно. Еще кто-то там тусуется. Мне кажется просто. Следующий зомби. Богдан Сусанин. Вот подогнал и детектор нам. Неплохо. Шотган все-таки. Шотган. Шотган зарядить. И мы проходим в темноту подземелья. Так. Тут еще можно проходить. Нельзя, наверное. Тут никого. Фонарь тушу тут. Тут тайничок. Куча патронов. Детектор Велес. Неплохо. Это инструменты для грубой работы. Детектор Велес, да, это просто на рандоме посчастило. Аптечек много у нас-то и костюм, но костюм уже пробитый. Но это такое. Тут артефакты. Ученый должен искать артефакты, но он сильно заморачиваться на этом не будет. Потому что надо сначала выжить. Что там? Там тушканы. Тушканы не опасны. Отсюда, чтобы не повыпрыгивали снарки всякие. Ну, дрободанский есть. На самом деле, СПСА можно дать. Вперед проходим. Так. А тут поверху еще же они вроде лазили. Прохожу сквозь подземелье. Господи, как хочется сохраниться. А нельзя. Режим одной жизни. Так. Покажись, аномалия. Ну-ну. Попробуй тут пройди. Химический холодец. Тут можно проходить. Куда-то сюда. Болт у меня попал в холодец. Так, тут нельзя. Вот сюда, там где болт лежит. В прыжке аккуратно. Куда-то сюда. Я в аномалии, наверное, загнусь. У меня защита, ну, базовая защита. Куда-то сюда. И куда-то сюда. О, тут посмотрите, что происходит. По-моему, бежит на меня тушкан. Еще неубиваемый. Сила сгорая бежит. Целая банда. Трое тушканов. Сейчас завалит просто. Этих взял. Так. Ну тушканы вряд ли тут. Самое опасное, что здесь может быть. Ну я прохожу. Я не убоюсь зла. Главное, чтобы тут монолитовцы не расконсервировались. Здесь чисто. Артефакты может поискать, а? Самое время. А на мини-карты у меня нету, к сожалению. Ну-ну. Тут, кажись, были аномалии. Я уже их вижу. Есть артефакты. Очень интересно. Сейчас самое время. Ученый занялся поиском артефактов. Ну-ну. Причем где-то здесь. Это медуза. Медуза дает радиация минус 3. Ну, повесим на пояс. Нападает кто-то. Кто-то нападает. Так. По-моему, снарки. Тут еще аномалия. Это все надо проходить. Слушай, надо пистолет брать на второй слот, чтобы я мог стрелять. Да тут не пройти вообще. Тут можно пройти. Окей, пробегаю. Слышу снарка. Так, мы тут сныкаемся. Тут у нас что? Тут вроде были аптечки, на самом деле, и законсервированные двери. Но это из Зова Припяти переходник. Переходник, который потом еще восстанавливали в ОГСМ Чистого Неба. Вроде бы вот этот. А я тут помню дикую аномалию. Просто дичайшую. Но на сей раз ее здесь нету. А почему? А потому что... Потому что я в Зов Припяти играл уже давно и не помню на самом деле. Или просто ее тут реально нету. Тут документы лежат квестовые. Я не буду сюда лезть, чтобы не сагрить монолитовцев. Если они тут завезены. Но вряд ли. Вряд ли. Нам надо проходить подземелья. Выходить на окрестностях Юпитера и дуть к Сахарову. Вот это наша задача минимум.
Задача минимум Лёва, это вообще-то выжить просто. Просто выжить. Очень сильно не хватает аптечек. Тут нельзя проходить. Вообще никак. Снарки рычат, просто хотят меня. Хотят меня. Их можно заманить в аномалии, наверное. Вот он уже нападает, совершает нападение. А у меня были гранаты там? Были для гранатомета, немного не то, что нужно. Если что, я смогу убежать. Я уже пулей стреляю, слышишь? Это недопустимо просто. Ох, их там много, как мне кажется. Один уже на меня нападает. Может, калаш разрядить? Одиночными. Так. Плотные, слушайте, дай боже, просто. Перезаряжаюсь. Может, пистолеты посливать на них, потому что их очень много здесь. Тут гранаты очень сильно не хватает. Тушканы еще набегают, слышишь? Тушкана в аномалию заманим. У меня пуля заряжена. Непонятно, что у меня пуля заряжена. Стреляй по нему. Так, снорк сейчас убьет просто. Не вижу, где он. Я застрял в аномалии. Каким-то образом выжил, мажу аптечку, убегаю. Я не понял, как я выжил на самом деле. Я тут уже труп должен быть. Он идет за мной? Идет. Готов. Номер два и номер три. Ох, пробил по мне. Еще аптечка, бинт. Я устал, должен отдохнуть. При этом я должен перезаряжаться. Давай нахрапом. Пули заряжены. Патронов нету. То, что они заряжены, это мне не помогает. Тут их толпа просто огроменная. Я бегу. Я не могу убежать. Все, мне капец. Я сам виноват, потому что я затормозил. Да. Еще один пропавший в зоне. Просто по глупости. Тут надо было их просто аккуратно с расстояния расстрелять. Кто там еще рычит? Похоже на бюрера. Ну-ну. Но без стартовой снаряги это снаряга была. Нет, тут можно было проходить. Ладно, следующего генерим. Так, мастер одна жизнь. Михась Кучер. Нет, Толян Рэмбо монолит. Ну, слушайте, я не могу не взять Толяна Рэмбо. Только Толян заспаунся хорошо. Толян Рэмбо на баре. Ствол. Пистолет Макарова, Толян Рэмбо. На тебя получи, генерал Воронин, что ты думаешь? Ну и все, итальян Рэмбо действительно не жилец, как Рэмбо с ножом. Генерал Воронин, хотя бы генерала Воронина завалить нужно, а? Слышишь, пробил по мне, ни аптечек, ничего нет, умираю. Все, от кровотечения умру сейчас. Да, Толян Рэмбо, шпионская миссия Монолита закончилась крахом полным. На базу к долгу пробрался, но генерал Воронин, смотрите, как решительно взаимодействовал. Ну-ну. С пистолетом Макарова. Бой Небось, окончен. наградной. Не, у генерала Воронина вроде Вальтер. Может, как раз уникальный Вальтер, который переделан под 9.18. Следующего генерим. Не получилось шпионскую миссию совершить. Эх. Да, монолит, монолит. Одна жизнь. Димка Басурман, не, Жорка ядреный бандит. Эх, Шурик подлец, одиночка, неплохо. Будем мародерствовать, наверное. Ну давай одиночку поиграем. Вы не поверите, та же локация, только Шурик подлец у нас вольный сталкер, и долговцы не должны его стрелять. Просто повезло, да? Ну конечно, как их можно с пистолетом Макарова в экзоскелетах брать? Что там, генерал Воронин? Пока. Нету у тебя тут тайника? Нету. Ни аптечек, ничего. Голка Ксакол, есть две мины. Шурик может подло ее заложить. Чего расскажешь хорошего? Под патрулирующего долго. Ну нет, наверное, не будем уже настолько под лицом. Все идут на задания своих. Чего их так много? Я ж понижал этот спавнер. Непонятно. Ну ладно, пусть ходят. Вообще, толпы бегают просто этих долговцев. Так, идут. Доблестные. Медленно идете, да давай двигайся, господи. Этот костер зажигает. Ну-ну, ребята. Ох, неплохо. Неплохо, сразу у долговцев поджал, подлец. Пузырь, радиация, минус 5, надо костюм. Надо костюм, этот артефакт нельзя продавать. Надо костюм, надо
Что, можно арену поиграть на самом деле, но арену на одной жизни играть я не потащу ее просто. Арни идет, говорит, что я боюсь играть арену. Я боюсь действительно. Арни, ты думаешь так просто? Можно было бы устроить на самом деле челлендж Проходи, арена. Не знаю, задерживайся. посмотрим. Так, музон играет, давай, запас еды, задание сразу. Петя борзой. Борзый очень. Тайник разграбили, любимый ствол потерял, берусь. Бульдог 6, неплохое задание, сразу тебе гранатомет. Энергетика, у тебя что? У тебя пляшка горилки, давай ее сюда. Слухаю тебя. Нету задания, а у бармена 16 патронов, которые нам подходят, да? У меня сиксауэр, давай сразу их заряжаем. Бармен, раз, два, три, хулера ясная. Давай сюда. Задание, а задания нету. Что тебе продать? 4 бутылки водки. Две мины. У меня 1600. Ох, там пальба пошла какая-то. Ну я аптечки беру, как минимум. Да, я хочу И исправить два твою бинта. игрушку. 1648 рублей остается, подлец. Ствол какой-то. 4222. Мне надо мародерствовать, говорит бармен. Ну, бутылка водки есть еще, колбасу тебе продать. Все, за 100 рублей. Добрый, попрацуем, да? Ну давай, дал бы задание. Бульдог 6 сразу найти. Ну-ну. Рок-н-ролл Дурана. Ох. Куда идти и что делать? Задание у нас классическое так Сидоровичу, да? Но через свалку мы можем, в принципе, попробовать проскочить. Главное, чтобы там не было какой-то дичи. О. Главное, чтобы какой-то жести и дичи не было. Гранату еще нахожу. И все. И все. Ну попробуем, почему бы нет? Попробуем хотя бы выйти. Сидорович там, по-моему, он дает интересный квест весьма, типа там диалог про исполнитель желаний происходит, а Сидорович Да, говорит, что типа сидерович. нету никакого исполнителя, просто работай, тусуйся, ну фриплей. Но на самом деле, вот я не знаю, можно ли во фриплей дойти до этого исполнителя. Тайники все чекаю. Нашивка долга, бутылка водки оставил себе доблестный. На черный день, да? Отлично, помолчал. Ну-ну, ефрейтор Барсак, работа. Территориальные боевые действия. Врагов хватает, нужно надежное оружие. Ну давай, что, бульдог 8. Абакан тебе. Неплохо. На самом деле. На бутылку водки за Мое 20 терпение рублей. на пределе. Слышишь, спокойно. Я еще только бутылку водки. Это не пьющий может быть. Веган. Долговец веган. Хардкорщик. Стрейт эйджер настоящий. Тут из пулемета стреляли, да? Тоже две нашивки, это такое все. Нам надо дуть на свалку и бежать к Сидоровичу, какую-то базовую снарягу делать, господи. Ну-ну, попробуем. Уже повесили тут, посмотрите. Еще тайник вроде был. Тут застрелили собаку. Так. И залутали уже. Хорошо. Сейчас тайничка ничего нету. Ну-ну. Ну, проблематику вы поняли, что нужно костюм и нужно дожить просто до костюма, причем, наверное, костюм бронебойный, а не такой, чтобы в аномалии лазить. Вот. Но я уже на самом деле хочу заканчивать с Call of Чернобылем, там еще пару персонажей мы сделаем и, наверное, все будет дальше Quake на канале и будет же еще, я ж говорил уже вроде бы, может не говорил, может забыл. В голосовалке точно говорил, будет украиномовный сезон целый. Call of Чернобыль очень хочу сделать. Но там мы другие режимы попробуем. Может быть выживач, зомби. Посмотрим на самом деле. Но пока что еще Шурик подлец жив. И его списывать со счетов не надо, новичок. Вольный сталкер. На свалку переход. На свалке погода испортилась. И потихоньку мы будем проходить. Шурик таракан застрелил тушкана. На блокпосте южнее дороги в бар, и мы проверим, что тут в принципе у нас тусуется. Тут у нас бандюган и еще один бандюган. Надеюсь, они меня еще не успели спалить. От этого зависит очень многое. Правда, фраер? На тебе туда в спину. Что ты? Они воюют с кабанами? Так, по голове? Ну, не долетает пуля. Из этого пистолета очень трудно стрелять. Вроде завалил я бандита. Хорошо. Что вы не говорите, хлопцы? Фризит, фризит, не надо фризить. У меня граната может лететь на самом деле. Высовываться я тоже не хочу. Не хочу я погибать. Еще бандюган.
пострел, он с калашом, кстати, еще пострел, выстрел точнее, он стреляет, посмотрите, сейчас замочим, говорят. Я попал по голове, попал, было попадение. Так, жмур, жмур, будет обходить? Очевидно, что да, почти уже обходит, это трохо, не, трохо опасно. Держит меня уже на прицеле, ох, сзади стреляет. Да, действительно, он меня уже обходит. Так. Я не бачу, правда, где він. Одного из них я грохнул. Это верняк. Я в этом уверен. Вообще можно перегруппироваться. Вон он там бегает. Он, может, своего уже лутанул, кореша. Слышишь? А вы стрелялись с кабанами, да? Ох, дал по мне. Не, надо валить вообще. За укрытие. Потому что пули свистят. Просто дай боже. Я не вижу, где он. Он там стреляет, не дай ему высунуться, пацаны. Шо-шо там? Двое их тут. Так. Этого стреляю. Падаю. За укрытие. Этот убежал. Вот тот интересует, тот серьезный. В плаще в своем. Вообще невозможно из этих пистолетов стрелять. Иду на него. Бо нема на то рады, да? Ну давай, чики-брики в дамке. Готов. Калаш на базу, рюкзак свой. Быстро на базу. Калаш сюда. Перезарядиться. Еще один бандит молодой. Вон он. Ну-ну. Так. Готов. Все. Неплохо. Достаточно. Вадя палач тут. Посмотрите. Хлеб с майонезом кушал. И калашом был вооружен. Мне, тем не менее, надо перегруппироваться. Разряжать калаш. Я выбросил его случайно. Не-не-не, недопустимо. Разряжать, выбросить надо. Вот так. И проверить. Этого застрелил. Еще был бандит. Тут они с тушканами. Я вот тут кого-то вальнул, по-моему, в голову. Кроме вот этого, да, вот этого я еще вальнул. Ох, тут Гришка Жлоб, стажер. Это их, наверное, был комендант местный. Бригадир, да? Ну-ну. Калаши разряжаю, выбрасываю. Хорошо. Первый отряд бандитов преодолели. Что будет дальше? Ну, это зона отчуждения покажет нам. Там у нас... Там, кажись, мутанты. Чисто мутанты. Мутантов можно пострелять. Дробовика не хватает немного. Марту надо выкинуть. Марта не нужна. Есть пистолет, на самом деле, с бронебойными. Что-то на мистер Кабан не представляет особой опасности. Не представлял бы, если бы у меня были заряжены патроны. Если бы этот пистолет более-менее стрелял бы. Но пистолет стреляет... Менее более. Ну-ну. И кабаны отступают. Так, легкий фриз. Символ комсомола. Давай, кабан, получи. Одного уработал. Ну-ну. Этого беру. Тратить калаш на кабана. Ну, придется, очевидно. Ох, как пошел. Ну-ну. Что охраняли? Охраняли легкий схрон. В схроне ниц нема. Ничего нету. Можно аккуратно спуститься. Что-то шумит сильно, чтобы сейчас еще выброса не было, не? Тут вроде бы этот тайник легкий. Его можно тоже проверить. Тут стандартный набор патронов и детектор базовый. Но мне в аномалии не хочется лазить. Я съем 3 хлеба. ПМ можно продать, пистолет Макарова. Мы потихоньку выходим. Мы дуем, наверное, на кордон все-таки. Во. Все осматривать следует. И на кордоне посмотрим уже. Вон на кордоне можно там прикупить какие-то вещи. Но пока что база у нас. База. Тут бандюган еще ходит. Его надо подстрелить решительно. В спину. Я не попал. Я 3 раза не попал, потому что он не сорвался на меня. А бронебойный есть 9 пуль. Бегу на бандита. Засел. Так, и неплохо внес по нему. А он выжил, посмотрите, каков. Он меня не видит, судя по всему. Так, пострел. Пострел, дырявый. Вася дырявый. Готов. Еще по мне стреляют, причем сверху, это, наверное, его прикрывают. Братва его, да? Братва, не стреляйте друг друга. Берем бандита, быстро его рюкзак надо подхватить. Чем был вооружен, непонятно. Рюкзак подхватываю, Илюха облом. Обломался молодой человек. Перезаряжаюсь.
Надо еще стволы проверять, может уникальное что-то выпадет, раз я уже с этой модификацией играю. А не, выпадает стандарт какой-то. Сзади кабан! Еще от кабана не слечь. Это было бы обидно, как минимум. Так. Попадение было, я видел след крови. Надо их на самом деле брать на нож, потому что это базовые мутанты какие-то мелкие. Ну, попробуй ему попади ножом. Кабана взял. Плоть маленькая и большая. Маленькую на нож элементарно нужно браться. А большая вот меня может пробить. Не, надо стрелять из калаша, не выпендриваться. Обе готовы. Перезарядить калаш, залутаться. Все. Дальше переход. Ну, нормально, чё? И детектор есть, можно в аномалию. Я аномалию не потяну. Не потяну, мне нужна костюма, защита нужна хотя бы. Нужен хотя бы. О, псевдо-собака. Ты попадаешь по голове. Тут стая псевдо-собак. Странно, большая псевдо-собака оказалась круче, чем маленькая. Ну, хвосты. Твое время истекло, там говорят. И тут еще кабана они переработали. Это свинья, да? Бандит, может быть, за нами выдвинулся. Непонятно. Тайнике. Еще артефакт. Да слушайте, какой же фартовый подлец. Какой же ты фартовый. Патроны на калаш. Продать эти артефакты. Это крутые артефакты. Это пузырь, а вот это гравий. Максимальный вес плюс 8 килограмм. Гравий уже можно продавать. И все. И костюм покупать. Костюм. Ну-ну. Осталось недолго достаточно. Бежим на последний блокпост. И мы уже, считайте, на кордоне. Вот чисто все. По патронам. Моего запаса очень мало. Тут еще тайник, кажись, был, да? Да. В нем ничего нету. Ну-ну. Переходим на кордон. Бандиты, кажись, тут на кордоне. Я слышал уже блатной разговор. Так. Давай проверим вот здесь. Не будем спешить. Вроде чисто. В тайнике набор инструментов, патроны для Гаусса. Слушайте, фарту масти просто так бы всегда. Перла. Готов. Готов. Сзади заходит бандит. Патроны. Пистолет достаю. По голове ж выцелить его. Готов. Боже, я еле выжил просто. Я просто еле выжил. Это еще не все, Фимка бывалый. Стажер с хорошей репутацией. Калаш чехлю. А у меня патронов нету. Есть чуть-чуть. Выбрасываю. Еще раз надо перезаряжать калаш. Это еще не все. Тут они еще есть. Стреляют уже по мне из дробовика. Важно не подставиться. По руке, по голове, патроны. Ой, у него дробовик. Он мне сейчас даст из него. В упор просто. Да? Друг с другом еще стреляются, посмотрите. Один сдается в заложники. Ну, очень обидно. Очень обидно, потому что был... А это сталкер уже подошел. Это Федор Бегун, собаке собачья смерть, говорит. Уже подошел сталкер. Я чуть-чуть не дожил до сталкера. Один бандит, новичок, из обреза просто вальнул. Ох, ребята. Все, я думаю, по одной жизни конец. Конечно, очень обидно, потому что и артефакт уже имел. Гравий бы сейчас продал. Спасибо, что пули не жалею. Да ты давай стреляй его, слышишь? Я тут лежу. Подлец, даже подлость ни одну не успел сделать, а ты его взял на прицел, ну посмотрите. Следующий шутер на канале, Quake 1. Но сталкач еще будет, не одна жизнь, а будет украиномовный сезон. Как я и обещал, я еще во время Зова Припяти, вы когда просили украинский сделать контента, ну я вот думаю, я сделаю все-таки, соизволю. Да, посмотрим, как оно там будет. Может, попробуем режим выживания на самом деле. Это тот режим Call of Чернобыль, в котором зомби охотятся на главного героя. Вот. Но серии 10 тоже вальну, я думаю, спокойно. И... А потом будет, наверное, стопе по сталкеру. Ну, посмотрим, посмотрим. Одну жизнь хорошо поиграли, но здесь, конечно, сложно. Я пока что не тащу. Пока что не тащу. Чужие! Мне интересно, чем это закончится. В борщ кто кому отправит, а? Ай! Я не могу двигаться. Ну. Шукай лоха. Шукай лоха, ну.
Так, вроде наши победили все-таки. Все, меня будет лутать? Давайте посмотрим. Да, одиночки победили. Одиночки победили. Ну-ну. А, и этот украиномовный сезон, наверное, за одиночку буду играть, потому что не хочется в отрядах, хочется чисто соло, чтобы атмосфернее было. Вот. Война продолжается, не меняется в зоне, они стреляются еще. Ну такое. Тем не менее, спасибо за внимание. Мы, я думаю, неплохо провели одну жизнь. Дольше всех продержался бандюган, поджигатель. Вот этот, на вот этого были надежды, конечно, но нет. Увидимся в следующих видео, на следующем Сталкаче, в Квейке и в ролевых играх, которые тоже выходят полным ходом. Заканчивается скоро Фалач 2 и будет Трон Баала. Вот. Спасибо за внимание. В украиномовном сезоне Сталкера еще увидимся. До свидания.